Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Евменова. Сергей Петрович, это не обычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный, в соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших, 7 капитана первого ранга, 2 героя России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращению доложить мне лично. Есть.